В состав эшелон, представляете, такой, это где-то порядка 10 вагонов плацкартных, где ребята полностью получают белье, там, ну, все как они, как вот обыкновенный пассажир едет. Вот. Так, они, так и у них все. У них каждое свое место и все остальное. Если раньше мы укомплектовывали вагоны кухнями полевыми, и, естественно, сами понимаете, что определенные трудности есть по полевыми кухнями готовить, то сейчас, вот с прошлого года, была введена система такая же, как для гражданских пассажиров. Это через вагон-ресторан подготовка пищи и питание наших ребят в вагоне-ресторане. Вот таким образом. То есть, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите, как едут наши ребята. В этом году с Ильей Харисовной, с Сабурской мы организовали День татарской кухни. На базе Черемшанского района ездили и Аксубаевского, и Черемшанских районов. Ездили представители этих районов, в одну из частей в Самару, конкретно 105-ю бригаду материально-технического обеспечения, и провели этот праздник с показом наших артистов и, естественно, нашей прекрасной татарской кухни. Сейчас эту работу мы будем продолжать, и все ближайшие воинские части, которые расположены недалеко от границы нашей республики, вы понимаете, что удобно, конечно, на машине приехать, там надо же привезти все это, и мы будем эту работу продолжать, и очень хорошее понимание пошло со стороны и командования Центрального военного округа. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».